Я Эдди Брок, и я репортер. Меня всегда интересовали исследования, на которые правительство закрывает глаза. Я обнаружил нечто ужасное. А потом меня... Эдди! Кто это сказал? Забрали. Посмотрите на мир вокруг себя. Что вы видите? Наша планета умирает. Человечество вот-вот исчезнет. Но если человек и симбиот объединятся, появится новая раса, новый вид. Высшая форма жизни. Что тебе от меня нужно? Скоро узнаешь. Мне очень жаль. Мы не должны вредить людям. Посмотри мне в глаза, Эдди. Мне кажется, мы можем делать все, что захотим. Договорились. Глаза, легкие, желудок, как бы и съел-то некогда. У этой силы есть и свои плюсы. Ты не представляешь, как меня напугал сейчас. Эдди, помоги мне. И я сохраню тебе жизнь. Парни, вам это не понравится, поверьте. Великие свершения всегда требуют больших жертв. Сдерем твою морду прямо с черепка. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что ты такой? Мы Веном. О, какую-то заразу подцепил. Да. До завтра, миссис Чен. Stay the night here, but you're alright. You might be coming back for more. And if you're coming back, we must be on the right track. And I'll be stepping up for sure. If it's alright with you.